futuro è il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу поставить очень интересную группу, называется она «Кинофильмы». Здесь каждый час опубликуются фильмы. Я думаю, все любят смотреть фильмы, поэтому кого это заинтересовало, ссылочка на группу будет в описании. Обязательно подписывайтесь, давайте поможем набрать 10 тысяч подписчиков. Уже 8600 человек подписано, значит группа хорошая, пацаны. Всем советую, повторюсь, ссылочка в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня играем на Радмире 4 сервер. У них здесь легенда футболь, не забывайте вводить мои регистрации и также не забывайте вводить мой промокод, пишите МН, выбирайте 11 пункт промокод и пишите вот такой вот промокод. Как только вы отыграете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Ну что ж, я думаю, вы заметили, что я на новой машине, потому что у меня ее не было, мне ее подарил другой ютубер. Какой ютубер? Лукиана мне ее подарил, эту машину. Мы с ним поменялись, получается, мой гольф на вот этот BMW X5. Блин, это реально очень крутая тачка. Да, она не очень быстрая, потому что пофиксили физику на Радмире, типа, старые машины едут медленно, новые машины едут быстрее. И также он мне подарил 2 миллиона, пацаны, 2 миллиона, понимаете, он мне подарил вот такую вот машину. Я не знаю, честно, сколько он стоит, но это все равно очень приятно. И также мне он подарил 2 миллиона. Если ты смотришь Лукиана, то большое тебе спасибо просто. Я ему говорил, что большое ему спасибо, но я думаю, ему будет еще раз приятно это услышать. Давненько не было серии, пацаны, обратно, да. Просто у меня сейчас дела. Я делаю, получается, гранд-паспорт, и у меня довольно-таки мало времени на серии выходит. Потому что я практически не снимаю, в основном только стримы делаю там. Поэтому, пацаны, потерпите немножко, скоро я уже восстановлю график нормальный. Короче, мне подарили вот такую вот машину. Это BMW X5, получается, старенький. Мне в этом кузове он очень нравится. Да, машина, в принципе, неплохая. Я считаю, что это очень хороший подарок, потому что я себе, на самом деле, давно хотел джип, но денег, как бы, на него не было. Поэтому у меня теперь вот есть такой вот замечательный X5. Теперь следующая цель — это купить домик. Я объявку уже кинул, но почему-то ее не редачит. Она сейчас 325, возможно, кто-то домики продает. Будем искать. Что я могу сказать вообще про эту машину? Салончик довольно-таки приятный, приборка подсвечивается. Салончик у нас беленький такой. Ну, даже не беленький, а бежевый, в принципе. Да, максималка, пацаны, здесь очень маленькая, из-за того, что, типа, это старая машина. Ну, я думаю, кто играет на Радмире, тот понимает, о чем я говорю. И едет он всего лишь 130 километров. Я вот, честно говоря, не знаю, что можно вообще рассказать про эту машину. Ну, просто обычный X5. У меня его не было. У меня был Елик, я помню. А вот такого вот X5 у меня не было. Мне, на самом деле, очень нравится. Типа, ну, это реально классная машина. Внешне, конечно, там, по двигателю в реальной жизни, там не все гладко с этой машиной. Ну, а так, в игре это очень даже классная тачка. Да, она не быстро, но это все равно как... Но это все равно как бы внедорожник, я думаю. Поэтому он не должен быть прям очень быстрым. Этой скорости ему вполне хватает. Давайте я, наверное, заглушу двигатель, даже вытащу ключи и попробуем посмотреть, сколько он вообще стоит. Так, чисто для интереса. Посмотрим, сколько этот автомобиль стоит. Я думаю, он стоит примерно, ну, до миллиона, мне кажется. Как бы просто узнать, чтобы вы знали, сколько такая тачка стоит, чтобы вдруг вы захотите себе купить такую. Вот, для тех, кто не знает, у меня был вот такой вот гольф, и я с ним поменялся, потому что у меня места не было, и поэтому пришлось нам поменяться машинами, и я ему дал вот такой вот гольф на дисках, там, зелененький, а он мне дал этот X5. Давай сейчас найду X5 и посмотрим, сколько он стоит. Все-таки, пацаны, я ошибался. Этот автомобиль стоит 1 300 000 в автосалоне. Ну, цена довольно-таки неплохая. Я думал, он стоит до миллиона, а он стоит аж 1 300 000. Ну, я думаю, эти деньги оправданы, потому что, я думаю, лучше машину найти за эти деньги. Ну, именно такую красивую. Он реально, ну, симпатичная тачка, согласитесь. Ну вот, смотришь на нее и просто глаз радуется, реально. Я пробовал на нее диски поставить, но, к сожалению, диски на него узкие. Они не маленькие, но в профиле узкие. Понимаете, вот. Вот видите, профиль, они широкие, а так они вот такие узкие. И поэтому я решил диски вообще не ставить на него. Он у нас будет на стоковых дисках. Ну что ж, вот так вот получилось видео. Просто хотел вам рассказать про свою радость, так сказать, то, что мне подарили машину, деньги. Теперь самая главная цель — это купить какой-то себе домик там, возможно, в Арзамасе, либо в Батырево, но до миллиона. Ну, 300 000, ладно, я готов отдать, просто я не шарю в ценах, поэтому я так спрашивал у Лукиана, он говорил, типа, дом может купить до 1 миллиона. Поэтому мы будем искать дом до 1 миллиона. Если кто-то из вас продает дом, пацаны, пишите мне в ЛС, я с радостью куплю ваш дом. Ну, конечно же, если мне хватит на него денег. Все, всем спасибо за просмотр. Играйте вместе со мной на Радмире, 4 сервер. IP, промокод, все есть в описании. Всем пока-пока.